А, все, окей. Всем привет, друзья, с вами Дима Моисеев, и продолжаю играть в мороженщика, все-таки я вернусь к нему. А, блин, какого? О, красавчик. Решил перепройти его. Надеюсь, он в прошлый, как в прошлый раз, не залагает. Так, куда? В гаражик. Это мы все видели. У вас сейчас все будет хорошо, но это точно уже последний видос по мороженщику у меня. Майн, или что он такое говорит? Мой Майнкрафт, или что он там сказал-то? Блин, по поводу Майнкрафта, может вы же начнете его снова проходить? Не знаю. Ну не проходить, в смысле, а там, как я одел уже. Тактику боя записывать, все такое. Ну не знаю, верну или нет. Может и не верну, может верну, не знаю. Быстрей! Сдристываем. Мы тут все сделали. Какой кинотеатр? Я хотел на кладбище. Ладно. Надеюсь, нужно побыстрее, потому что у меня, во-первых, сегодня уроков немало делать. Блин. А во-вторых, не хочу опять же серию затягивать. Быстро, где шестигранник? Шестигранник. Шестигранный ключик. Так, где этот пес? Ты какой, а? Пойди сюда. Улетел, окей. Мне надо сейчас парфюм найти. А, блин, блин, блин! Все, свали, свали, свали нафиг. Так он тебя не поймал. Кардишончики, это не то. Давай, догоняй меня, блин. В какой машине валяется парфюм этот долбанный? Тихо, тихо. Пошел от меня, отошел. Не лезь ко мне, собака. Стой, где парфюм-то? Блин, а если бы сейчас не пролез бы, тут я бы сдох, наверное. Кстати, грузовичок улыбается. Типа, похоже. Ну, что, он смеется. Ты такой злой, потому что у тебя в детстве игрушек не было. Где ты там? На, поиграйся. Ой, блин. Найти этот парфюм-то, я не понимаю. Вроде все обыскал. А, вот он. Фига себе. Я его глушу парфюмом, надеюсь, это глушу. Ой, все понятно. Все понятно, все понял. А, гу-гу-гу-гу сюда. Он здесь никогда в жизни не достанет. Мороженщик, ты тупой. Грэнни и Грэнд поумнее в Грэнни Чаптер 2, скажу тебе честно. А ты совсем какой-то дебил. Тихо-тихо-тихо. Он залетел, я надеюсь. Сидит, просто от него оторваться. Так, кстати, в этих коморочках можно прятаться. Так, давайте обижим тут все. А вот это Нанкола, это типа отсылка на игру Монашка от того же разработчика, который придумал мороженщика.
Так, парфюм валяется. Ладно, кладбище заедем. Как спидолот сразу стало. Свечи. Вот сейчас самое главное, что он свечки зажег. Это, на мой взгляд, самый трудный момент вообще. Мороженщик, иди там пока свечки зажигай. Вот в этом алтаре, или что это такое, в этой церквушке, он, помню, залагал. А, блин! Иди свечи зажигай. Валим. Он свечи-то пойдет зажигать? Или если он меня спалил, то я автоматом уже проиграл. Бартан, мне как-то спички нужны. Все. Понятно, я молодец. Очень здесь тупо это сделано, конечно. Городку, ладно, с собой увезем. За картой. Сразу со свечей надо будет нажать, чтобы потом все было получше. Блин! Так, я не помню. А, нет, яркость еще норм. Уходи давай. Тебе вот нужно именно туда было за... Трындец какой-то. Смотри. Че, он как лох пойдет туда, а я пойду сюда. Он не видел, что я сюда зашел? Кинь в него кусачки, если что. Ой, блин, да что за ерунда-то, а? Чё за бред? Дай. Да что это с игрой не так? Разработчик, ты уже не третью часть бы разрабатывал, ты больше с этой что-то тут поделал бы. О, тихо. Где? Вот куда они улетели? Вот они. Хватай. Давай быстрей. Давай. Сказану я здорово. Все. Ждем, пока он зажжет эти свечки. Меня не увидит отсюда, я надеюсь. Тихо-тихо, пошел. Ты красавчик мой. Во. Все. Нифига себе, ты жирный. Ешь? Иди. Тихо.
Так, спички не там всегда будут валяться. Да... Зря, зря. Вот что я сейчас в этом цирке найду, я не знаю. Надо было в кинотеатр ехать. Так. Ну, еще пока пропуск. Пока что ничего нет. Давай еще быстрее. О, сейчас самый дальний бак, он будет иметь что-то. Давай, быстрее, скорее. Да, естественно. Хотя тут еще есть баки. Так вот ставим, чтобы я видел оба выхода отсюда. Нет. Давай быстрее, обыскивай, ты дура. О, есть. Сюда еще у тебя пушка. What's up, Jay? I have a rare piece that I found out there. Surely you know what to do with it. If you bring me something pretty, I'll give it to you. Ну ты нахал. Что это скажешь? А, типа фигню скажет. Ты... Пацаны, спасайте. Можно сюда? Вот блин, а? Пацаны, беда. Спасите меня. Вот защитники из вас, конечно, здоровские. Быстро сюда. Все? Мне не было. Вот как я его сейчас найду? Вот что за бред? Здорово. Ты идиотизм полный. О нет, вы были схвачены. Здорово. Что я сделать должен? Что это такое? Подожди, где ключ-то валяется? Валим, 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 валим. Все, цирки мне ловить нечего, в кинотеатр давай. Знаете, что странное? То, что в окрестностях у нас там вечерок какой-то, а во всех остальных локациях у нас ночь. Мне кажется, это странным. Вам не кажется, ребят, это странным? Мне кажется, лично. Что это за скачок во времени? Могу пока что другой ящик проверим, пока он там тусуется. Он вроде в желтой машине должен бежать. Это ключик. Фиг там. Умничка, смотрите, как заспаунился. А почему они на все могут запрыгнуть в машину? Это что за фигня? Валим, 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 валим. Ран, ран, ран. Ран, ран, ран. Ран, ран, ран. Ран, Вася, ран. Точнее, ран Дима, ран. Здорово!
было по красоте. Куда? Куда? Сюда. Тихо, 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 тихо. Тихо, братан, спокойно. Они что, в дома не ходят? Тихо, 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 он в шатер пошел. Еще этот корм найти надо. Вот он. Так, окей, сейчас он... Уи! Сейчас он к фургончику пойдет. Должен. Мне пока что надо быстренько за вешалкой сходить. Окей. Закрой за собой дверь, как вежливые люди. Иди сюда. Иди сюда, урод. Иди сюда, собака. Идешь? Сейчас ты меня не найдешь. Идет псина, идет. Ой-ой. До свидания, братан. Он по лестницам лазит. Блин! Я не успел. Он по лестницам-то лазить умеет. Офигеть. Теперь он там. Мне его надо туда шугануть как-то. Вот что значит агрессия. Я еще кнопку потерял нужную. Ой, тихо, не падай. Никуда. Ты идешь? Ты же все слышать должен, братишка. Какой тебе одежда грязная, скажу тебе честно. Все, мне ни в какой дом заходить не надо. Мне просто нужно наверх. На крышу этого дома дурацкого. Лезь, 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 лезь. Потерял вообще меня. Какой же ты лошара, мороженщик. Ух ты. Ну? Да ёшкин кот! Ты не здесь. Скажи мне, пожалуйста, что ты не тут. Фух. Где-то рядышком поет. Песенки свои. Здорово. Толкай эту повозку. Цирковую. Я хотел сказать цифровую. Быстро сюда. Раз. Погнали. Так, сюда, значит, мороженчик спускаться тоже. Может, где баллон газовый лежит изначально. Так, теперь еще за шестигранником надо идти. Я пропускал... А, ну да, я находил. Где ключ? А, вон он. Не застревай ты, дура! Пошел в жопу. Просто меня не найдешь. Закрой дверь. Он не сможет меня здесь найти. Все. Здесь болтики не шумят. Сдриствуем. Скорее, пока он не пришел сюда. Да ёшкин ты! Валим, валим, валим. Спускайся ты вниз! Да ты что с этой игрой не так, а? Ты ушел? Какая же здесь отвратительная механика лазения по лестницам. Да ш... Ты на картах сидел. Почему, если в Грэнни нажимать просто кнопочку, здесь вот так вот надо смотреть вверх.
Я сама беспалевность. Так. Баллон оставляем тут. Всем этому очкарику парфюм. Блин, блин. Надо, кстати, еще корм забрать. Корм Феликс. Или китикет, не знаю, какой там корм. Ой, здорово. А если бы я был в тупике? Пацаны! Враг близко. Не самое подходящее время для этого действия. На мой взгляд, самое подходящее. Ой, тихо, тихо. Ты какой, а? Ой, сейчас мы бежим вокруг этого здания. И он меня должен потерять. Пора, мне кажется, реально завязаться с этой игрой. Да, да что ж ты будешь делать, а? Где, 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 где? Вроде заморозчик персонаж нормальная, а игра, на мой взгляд, кривоватая. Да что сейчас было? Зайди уже сюда, наконец. Подавись, скотина. Блин. Спасибо. Опять ты за свою? Да что, что будешь делать? Так, у меня что-нибудь тяжеленькое, но не баллон. Чтобы он в рожу пульнуть, а то он меня задолбал уже. Есть! Все, на кладбище, на кладбище. А, все, вспомни, вспомни, что не надо, я забыл делать. Надо кошку еще взять. Я думал, почему катсцена? Катсцены нету никакой. А я забыл еще этот. Ну, это самое. Будильник взять. Сюндер, погнали. Надеюсь, он не отсюда выходит. Это странно, но да ладно. Что кот прям вот так и будет все время неподвижно стоять. Я бы на его месте уже свалю, да, ну куда-нибудь. Ну, это я должен плакать, блин. Ладно. Постой. Стой. Хопа. Ой, здрасте. Иди. Тут можно в гробу спрятаться, но я не хочу в гробу спрятаться, мне как некомфортно там будет. Блин, а потом эта дверь не открывается. Я красавчик. Погнали за будильником. Спички. А! Какого черта? Это что было сейчас? Запрыгни. Это было сейчас очень отвратительно.
пошел нафиг. Свали нафиг. Ты где там? Зря я сюда упал. Ну не иди только в фургон. Где он там? Я надеюсь, он не слышал это. Хотя он должен это, по идее, по ухе слышать. Смотри, он сейчас залагает, да? А, у меня сейчас жизнь еще есть. Пошел в жопу, не иди сюда. Вот смотрите, опять ты за свою, какой же ты урод, а? Урод. Разработчик, ты что делал перед выходом, перед релизом этой игры? Ты понимаешь, что надо это исправлять было? Нафиг эту третью часть ты сделал? Надо было вот над этим подумать. Тихо. У меня права на ошибку нет. Фига себе, ты улетел, ключик. Ключ от клетки. Неужели я сделал это? Неужели? Нет, пошел нафиг! Пошел нафиг! Я почти это сделал! Какая ты скотина, а! Бабушка Грэнни и дедушка Грэндпа себя лучше ведут. Или там Крейси и Зайс. Я сделал это. Я сейчас бы проиграл бы. Я уже возле фургончика стоял. До свидания. Это капец был полный. Это жесть. Я прошел это, слава богу. У этого, у пацана толстого корона бумажная, кстати. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, комментируйте, ставьте лайки. Заканчиваем мы проходить мороженщика. Что ж, кстати, сейчас надо кое-что... Хотя, не надо ничего будет глянуть. Что вы думаете? Честно вам скажу, что я думаю. А, не в сети, ну ладно. Всем пока.